Что для вас? Мне большой кофе. Вам с молоком? Да, я пью с молоком. Вы меня дразните? Нет, вы меня дразните. У меня такой голос. И у меня такой. Нет, не такой, вы же только что говорили иначе. И у вас не такой, так никто не говорит. Вы специально так говорите. Я тоже решил так говорить. Пипец, как бесит, правда? Вы чего, грубите? Хватит так говорить. Я не могу, это мой голос. Нет, неправда. Вы просто притворяетесь. Так говорят подростки и богачи, чтобы показать, что им на все насрать. На что конкретно мне якобы насрать? Это прекрасный вопрос, чтобы задать его себе настоящим голосом. Простите, мы не хотим ждать все утро. Ой, да твою ж мать. Ты полный кретин, мужик. Вот, молодец. Супер. Ведь можешь?